Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия». Я Александр Петров и наш друг, наш миграционный агент Алексей Чехунов. И я хотел бы спросить его о том, о его оценке ситуации с 858-й визой вообще и на конкретном примере действительности реальный человек. Это гражданин Украины, 30 лет. Он работал в нескольких странах. На данный момент он работает в Польше на американскую компанию. Он компьютерщик. Опыт работы у человека что-то около 6 лет. И, ну, соответственно, компьютерное образование получал он где-то его за рубежом, но не в такой стране, как Австралия, а ну, какая-то Малайзия, что ли. Вот. Ну, нормальный университет, какой-то американский, по-моему. Вот. И человек сдал НАТИ и сдал ПТИ на все 90, то есть героический такой человек. Вот, соответственно, у него 90 баллов. Я даже не буду тебя напрягать расчетами, 90, ты, наверное, уже в уме тоже посчитал. Вот. Человек, естественно, одинокий, ни семей, ни плетей, ни даже домашних животных нет. Вот. Но каким образом человек может рассчитывать на 858-ю визу? Какие ее там условия и в данном случае что конкретно человеку требовалось сделать? Ну, самое главное, это нужно получить номинацию. Вообще для всех вот этих виз талант, это самое главное получить номинацию. То есть это должен быть человек или организация, которая известна во всей Австралии в том же, в той же самой области, в которой человек собирается работать. То есть, допустим, это может быть ACS, это, или это может быть какой-нибудь очень известный айтишник, ну, не знаю, какой-нибудь местный тип, не знаю, Артемия Лебедева, типа того. То есть в этом случае, если человек работает на какую-то ну, большую компанию, как она называется, multinational, тогда он, в принципе, может подойти к своему работодателю и сказать, я бы вот хотел перевестись в Австралию, пожалуйста, дайте мне контакты человека, там, кто заведует австралийским офисом, так сказать, и получить, попробовать у них письмо о номинации. И с этим письмом уже подаваться на визу таланта. Но письмо о номинации от австралийского руководителя. Обязательно, да, от австралийского. Обязательно, чтобы было приглашение на работу или достаточно, что мы в действительности знаем как бы этого человека от нашего офиса в Варшаве. Вот, соответственно, мы, ну, не было такое, что job offer, то есть мы его обязательно возьмем. То есть как это должно выглядеть приблизительно? Ну, самое главное, тут еще человек должен быть известен вот в своей области последние 2 года. То есть не только вот он сейчас стал известным и решил переехать в Австралию, а что он и раньше этим занимался, и о нем было известно. Ну и, собственно, да, а так работа не обязательно. Главное, что вот, чтобы люди подтвердили, то есть или организация, или человек, что этот человек действительно там высокого калибра, что он нам подходит, и что он действительно разбирается в той области, в которой он заявляет, что разбирается. Хорошо, Леша, предположим, человек приходит к тебе со всеми документами. У человека, в принципе, документы уже готовы. Если этот человек попросит тебя ну, помочь ему с подачей на 858-ю визу, ты сможешь помочь оформить документы? Это не подделка. У тебя работодатели нормальные будут в двух странах. Да, конечно. И даже офис здесь. То есть ты возьмешься, да, потому что я, честно говоря, конечно, вот этим бы побоялся, да, сам. А сколько это твоя услуга будет стоить, включая консультацию? Ну, на данный момент это у нас конец апреля 2021 года, 3200. 3200. Хорошо. Ну, вроде ну, как... Хорошо. Все понятно. То есть это можно и параллельно в ACS подаваться, и параллельно в эту компанию. То есть просить быть... как это не спонсор, как референт, да? Как? Да, там письмо о номинации. А номинация. Номинация, да-да-да.
То есть это номинатор. И по твоему опыту, какие там шансы? Ну, обычно. Я говорю, что человек, допустим, работал в двух компьютерных компаниях на одной и той же должности. У него есть доказательства, платежки, все это абсолютно. Какие шансы, допустим, я не знаю, по работодателю, по ICS номинацию получить? Ну, никто тебя за язык не держит, ну так, приблизительно, на твой взгляд. Ну, если честно, я не знаю, как, насколько человек известен. Да, это, естественно, было бы проще сказать, если бы человек был спортсменом. А вот если человек работает в IT, то мне лично тяжело судить, да, насколько там у него есть шансы. Ну, в принципе, если будет письмо от такого или от ICS или от работодателя какого-то крупного, то, я думаю, проблем не будет вообще никаких. У человека были какие-то аворды в своей компании, то есть один из лучших в своей отрасли по всей сети этой транснациональной компании. То есть как специалист внутри сети у человека, по-моему, 5 авордов. То есть каждый год он получает этот аворд. То есть есть какие-то доказательства. И компании, то есть офисы в этих двух странах, включая Польшу, готовы как бы, ну, оказать полную поддержку. То есть, в принципе, ты видишь вот таким путем. И туда, если и такой же поддержки человек сможет заручиться и в австралийском офисе, то тогда, я думаю, проблем вообще никаких не будет. Так. Ну, спасибо. Я думаю, человек порадовался. А вам, дорогие друзья, как бы урок. Если вы хороший профессионал, если вы в своей отрасли известны. Кстати, вопрос с английским. Там какой английский нужен? Не нужен. Вроде компьютерный нет, а так, в принципе. Functional English. Functional — это шестерка, что ли? Так, это у нас 4,5 вообще. 4,5. Ну, 4,5. У меня нет студентов, которые... У человека вообще-то все девятки, но мы, конечно, говорим о ребятах, которые находятся в... Ну, вне пределов Австралии. Большое спасибо, Алексей, и рад был тебя видеть. Да не за что, взаимно.